Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие болельщики, дорогие подписчики, гости моего канала. Меня зовут Егор Дергачев, и я рад приветствовать каждого из вас в своем видеоблоге. Снова АПЛ-ка у нас на повестке дня, и, наверное, центральный поединок всего тура – Тоттенхэм-Ливерпуль. Действительно, весьма и весьма интересный нас ожидает с вами матч, я, во всяком случае, на это надеюсь. Я понял одно, что в центральных поединках ставить на тотал больше и на тотал меньше – это бессмысленно, поскольку тут действительно на первый план выходят не индивидуальные качества, того или иного футболиста, не команда в целом, а именно психика, именно психология тренера и футболистов, как он настроит своих ребят на этот матч и так далее и тому подобное. Поэтому мы не будем рисковать и ожидать, что в матче Тоттенхэм-Ливерпуль мы увидим 3, 4 или 5 забитых мячей, хотя, мне кажется, мячей тут должно быть забито очень-очень много, а я вам предлагаю заиграть чистую победу Тоттенхэма. Коэффициент более чем приемлемый, 2.25. А почему? Да потому что Тоттенхэм банально сильнее. Тоттенхэм на равных сражался с мадридским Реалом в Лиге Чемпионов на выезде. Ливерпуль в это время куражился на бедном Мариборе, забив словенцам чуть ли не 10 мячей. Да, у Ливерпуля более хорошее настроение, но и Тоттенхэм не отчаивается. И мне кажется, что вот сравнивая две команды, у Тоттенхэма больше шансов на победу. И вероятнее всего, именно шпоры победят. Если вы думаете так же, то не скупитесь на лайки и обязательно подписывайтесь на мой канал. Конечно же, жду вас всех у себя в группе ВКонтакте и добавляйтесь ко мне в друзья ВКонтакте. Обе ссылочки вы найдете в описании у данного видео. И, конечно же, в комментариях пишите свои мысли по поводу матча Тоттенхэм-Ливерпуль. Ох, и жаркая нас ждет встреча. The farmer in the dell, the farmer in the dell, hi-ho the derry-o, the farmer in the dell, the farmer takes the wife, the farmer takes the wife, hi-ho the derry-o, the